Так, решил я переделать свой контроллер Автосвет Макси. Вот, отслужил он у меня в таком дурацком режиме 2 года. Сейчас посмотрим на плату, что с ним случилось. И увидел, что с ним ничего не случилось. Работал он исправно, до сих пор работает. Вот, решил я его запихать под крышку предохранителей и по-нормальному проводку сделать. Вот, у меня все вот в таком режиме было. Все подтыкнуто под релюшки. Сейчас мы релюшки будем разбирать, просверливать и подпаивать проводки. И все это дело вложим сюда, где ему и место. Даже в таких ужасных условиях, как просто замотать шпатитик, за 2 года ничего с ним не произошло, ничего не сгнило, он хорошо покрыт лаком. Вот. Все, в общем, на местах. Да, все на местах. Ничего не сгнило, ничего не отвалилось. Теперь мы его сделаем по нормам. Ну, вот, прочесал всю проводку, сделал как хотел. Плюс здесь вот датчик света и этот светодиод 4-цветный. Вот, крышка закрылась, все нормально, чуть-чуть упирает только. Вот. В принципе, нормально. Теперь снимаем крышку. Вот наш волшебный блочок. Вот здесь разъемы низковольтные. Теперь пробежимся немножко по подключению. Все это дело можно отсоединить с разъемов. Сейчас. Так, вот отсоединили от разъема. Все это дело открывается. Значит, габариты должны быть зеленые, правда, провода. Мы подтыкаем вот под эти предохранители. Можно сделать колоночки специально с проводами. Продаются они. Ну, меня устраивает так. Вот. Сюда подключаем ближний свет, голубые провода. Да, с вот этого вот большого разъема. Далее на 20-амперный предохранитель 2 провода дальний свет. Если мы в качестве ДХУ используем дальний свет в полнакалы. Дальше подтыкаем под релюшку, под средний провод. Это у нас туманки. И серенький провод, причем который на разъеме вот здесь. Вот этих 2 откусил. Это для реле с отрицательной полярностью управления. В основном Toyota всякие там подключаются. Вот. Сюда подключается серенький. Получается так, не вот этот, а вот этот левый, или как его сказать, ну, в общем, вот, если смотреть сюда, это под катушку, а силовой в центр. Так, дальше, в это реле я нашел, вызвонил минус, вот в эти реле не получается минус вызванивать, там какое-то непонятное напряжение. Вот, подоткнул под это реле, нашел минус. Далее, что у нас еще есть? Зажигание вот сюда идет. Вот в этот контакт тоже подоткнул реле. Плюсовой у нас проложен сюда и уходит сюда. Так, датчик скорости у нас просунут через вот эту колодку. И уходит туда, прямо на датчик скорости. Там его подкрутил. Так, ну, в принципе, вот и все. Не так уж сложно подключать. Лишние провода откусил, белые, это на клавишу управления. И вот, как я говорил, для управления отрицательными, реле с отрицательным управлением. Все, эти все задействованы на этом разъеме. Так, сейчас откнем наши разъемчики.
плата не греется, то есть никаких тут перегревов не будет, ничего плавиться не будет. Thank you.